Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Ата. Ходила я, друзья, на Zoom, вот два занятия. Вы посмотрите на мою, на меня. Я вся обвязалась, потому что я так вчера сильно занималась, вы себе не представляете. Так вот, я хочу вам сказать, что я вчера так занималась, как ненормальная. Хотела, подражала учительнице, тренеру нашему. Все выполняла, как она сказала, сердце мое вообще потеряла я. Но там хорошо, что делали минутные, двухминутные перерывы. Так вот, что я вам хочу сказать, что мы столько прыгали, я уже не помню, когда я так много прыгала. Вчера была никакая, но более-менее. Сегодня я не могла встать с кровати, посмотрите, я вся обвязанная. Ой, ну, все, чувствую каждую мышцу, ну, неважно. Ладно, это все в прошлом, на зомбу ходила и буду ходить. Вот немножко у меня такая сегодня не в порядке. Но что я хочу вам сказать, друзья мои, к нам приходят гости, пришел гости друг моего мужа Али. И я, как хозяйка гостеприимная, решила налепить сегодня, посмотрите, пельмешек. Угостить его и русской кухней тоже. Вот сколько я налепила. Быстро-быстро. Еще заловка сегодня пришла. И я быстро-быстро, посмотрите, пельмешки будем кушать. Вместе с Али. Так, значит, вот они купили что? И они, значит, увидели мои пельмешки, пошли зачем-то. И что они принесли? Принесли вот такие маслины. Ашкин, возьми маслины, возьми. Гель алсен зейтин. Купили такие маслинки. Попробуем. Они сейчас пиво пьют. Вкусные. Так, что они принесли? Али мне принес вот такой цветочек. Я не знаю, как он называется. Ну, вот такой цветочек принес мне Али. Он знает, что я люблю цветочки. Они принесли рыбу. Я не знаю, какая это рыба. Алсену. Зейтин. Какая-то рыба. Пожарю, покажу. 2 кило принесли рыбы. В общем, мне везет на рыбу. А вот Року. Ашка, иди сюда. Скажи привет моим зрителям. Привет. Сойле, привет. Гель. Неди. Привет, привет всем. Чок, привет. Сенбени. Тамам, иди. Иди, иди на кухню. Так, посмотрим, что они еще принесли. А, яблочки купили такие. Сегодня будем пить водку. Так, еще что принес Али? Али принес сок. Положи это в сок. Холодное. Такой сок. Кепи, сок. И такой хлебушек. Я там вам показываю. Это как в гости ходит Али. Это он пришел в гости к нам. Так, ну мой муж купил рыбу, короче говоря. А я приготовила мерджевик суп с чечевицей. И у меня сейчас буду я жарить рыбку. До встречи. Мои хорошие, посмотрите, как они лопают за две щеки. Вот Али. Приготовила я, устала. Так поясница болит, муж натер мне. Вот такой супчик. Люблю этот мерджевик. Картошечка, рыбка. Сейчас вареники варю. Вот Али наш. Али, скажи привет. А вот, вот наша водочка. В общем, сейчас я тоже сяду рядом с ними. Вот мой муж поел уже. Ну что, всем приятного аппетита. Пошла я, значит, варить пельмени. У меня на кухне что творится? Это вообще кошмар. Ну, завтра буду уже чистить, блистить. Посмотрите, посмотрите, какой ужас. Только убралась. Ну что, выпьем за друзей? Рыбку кушаем, друзья, рыбку! Али очень самостоятельный. Он сам готовит себе кушать, сам выбирает, живет один. Никогда не был женатый. Хочет жениться на девушке, которая родит ему ребенка. Там на мягкий. Бендюрум.
Джамиль Хайрашкин. Медиум истер Бирангеч, чуть-чуть истер. Алладен мы сын Ашкин. Ашкин. Кенский там надо. Баксин. Да, очень хочет ребенка. Никогда не был женат. Самостоятельный, готовит, очень любит готовить, поесть любит. Ya Ali hiç evlenmedi de. Вообще. Geçen Büyük Anıt'ın cenazesi düzenlenecek askeri tören. Ya Bakir. Bakir. Ali обещал повести нас. Biraz ses düşün. Обещал повести нас на свою, в свою фазенду за городом. Я тоже сниму и покажу вам. Вай, 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 вай. Приготовила я, друзья мои, вареники, вареники. Али как обрадовался, Али. Давай, давай, дурашкин. Посмотрите. А? Вы видите? Вареники, вареники. Вот так кушаем вареники. Мои хорошие, вот такие я сделала. Вареники, мареники, что получилось, не знаю. Немножко забыла и переварила их. Вот так вот сидим, кушаем. Али, как понравилось? Али, нравятся вареники? Бегендин вы вареники? Покажи вот так, Али, палец, покажи. Супер, скажи, супер. Ой, мои хорошие. Отдыхаем. Они там сидят. Пьют Али, а я здесь отдельно сижу, потому что этот устала как-никак, хозяюшка. Али у нас остается, но здесь так, знаете, когда приходишь в гости, Мерсин очень большой город, сейчас ему ехать очень далеко, в принципе, не очень далеко, но час нужно добираться и... Автобус будет, не будет, в принципе, он всегда, когда приходит, друзья, к нам, они остаются. У меня есть комната для гостей, проблем нету, поэтому спокойно. Я уже перемыла всю посуду, вот так лежу на диванчике своем. Щечки покраснели, да. У меня здесь своя вот водочка, Мне немножко легче стало, ну хотя я обязанная до сих пор, Лежу здесь, они меня простили, потому что я очень много доработалась, еще я немножко такая вся. Это привыкание к фитнесу, ну сами понимаете, я постоянно занималась спортом всю свою жизнь, а сейчас из-за Ютуба, кстати, из-за бизнеса своего, не хотела терять время впустую. Не занималась, а сидела и забросила спорт. И вот именно активно на зумбе фитнес занималась. И сегодня умираю. Не то что я, еще и гости. Но я справилась со своими всеми делами. Я очень сильная женщина, как вы заметили. Целеустремленная, люблю очень гостей. Я думаю, субботу-воскресенье мы поедем к нему на фазенду. А я же, он сказал, предложил 3 дня остаться там у него. Но я отказалась, потому что мне очень много дел здесь. Я не могу оставить свой бизнес, как вы понимаете. Без интернета, без компьютера мне очень сложно, мои хорошие. И поэтому мы утром поедем, вечером приедем. Но он сегодня останется у нас, наверное, субботу-воскресенье скорее. Так они сидят, пьют кофе. А, что хочу сказать, Али по-русски не понимает. И английский не понимает, только по-турецки. Жених по-турецки только понимает, мой хороший. Я не сваха, я никого не сватаю, ничего. Не этот, просто он хочет семейную жизнь. Можно его понять. Надоело ему одному. Ну, кому интересен Али, кто хочет родить от него ребеночка, пожалуйста, пишите мне. Я дам ему все ваши данные, мои хорошие. Ну, буду заканчивать. Мы продолжаем
весело проводить время. Всех люблю, целую. С вами была Светлана Ата. Пока-пока, мои хорошие.